ребята выходные провели правильно. Я думаю, ну если еще забьют, надо давать еще один выходной. Основная задача сейчас уже к этим пазлам готовить наши кадры. Ее можно заставить работать. Весной будут соперники намного серьезнее. Взять и ляпнуть, я готов возглавить «Спартак», это, знаете, проще всего. Я уверен, что мальчишки дадут бой любой команде нашей. Вот если вот Саранск с Хабаровском слепить, вот это будут примерно вот такие соперники. Из года в год у нас исчезают команды, у нас дивизион целый исчез. В футболе, как и в моде, все старое всегда возвращается. По каким-то футбольным моментам я бы много футболисту Бояринцеву сейчас бы рассказал.